Но у нас выдалось такое счастье, что мы однажды записали, как нам представляется, самый лучший детский диск всех времен и народов. То есть таким образом мы плавно от женского Виктора Верховского переходим к детскому Виктору Верховскому, тоже весьма любимому народом. Ну, я с Виктором Семеновичем выступал, наверное, года 78-го где-то примерно. А Лидию Олеговну мы подцепили на этот диск, когда она стала лауреатом Гран-при Пятакорда. Гран-при Пятакорда, где мы считалось очень высоко были в жюри. По тем временам. Вот. И потом стали записывать детскую пластинку и подумали, что как хорошо бы Лиду пригласить. И мы записали диск, и сейчас что-нибудь из него споем. Стихи Дмитрий Сухарев написал. Значит, песенка была заказана, написана по заказу для кинофильма «Пока ты спишь», где детям в научно-популярной форме, фильм снят на студии «Научпоп», рассказывалось, как вот ночью живет город. Вот, может быть, новому мэру тоже надо посмотреть этот фильм и понять, как ночью живет этот город. Песенка в фильм не вошла, потому что на научно-популярной киностудии еще есть ученый совет, который сказал, что зверя не толкая, в природе нет. А Сухарев до сих пор гордится, что он написал песню о сравнительной физиологии. Это его основная биологическая специальность. Да-да-да-да-да-да. В царстве странно, в царстве сонно, в царстве сна незанесенно, сон не спят, и дыхнут с плюшки, да во сне садят игрушки. Усунуть, усунуть, усунуть.